Всем привет, друзья! Вы на канале Пластилин. Мало кто знает, что вещи, которые мы очень часто выбрасываем на помойку, содержат в себе золото и другие драгоценные металлы. Начнем со старых мобильных телефонов. Я уверен, что у каждого дома есть несколько подобных. Так вот, на их платах есть небольшой слой позолоты. Конечно, с одного телефона вам не удастся добыть много золота. Нужно хотя бы пару десятков. Также золото присутствует на контактах аккумуляторов и немного на флешках. Сим-карты тоже содержат позолоту. Драгоценные металлы также присутствуют и в компьютерной технике. Но намного больше их в старой советской аппаратуре. В то время золото добавляли в различные конденсаторы, транзисторы, микросхемы. Кроме золота, в такой технике можно найти серебро и палладий. Ну и, конечно же, позолоченная посуда СССР. Друзья, если это видео наберет 500 лайков, я сразу же сниму ролик, в котором расскажу, как добыть золото с мобильных телефонов и радиодеталей. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить лайк, комментировать и подписываться на канал.